Не каждому дано своими руками добиться успеха, и фирм, и фирмочек-прихлебалочек в городе много. И это касаемо всех направлений деятельности. Но начало было за теми, кто рисковал своими кровными, а таких-то немного. Автобизнесу в Магнитогорске, по сути, минуло 10 лет, а предмет нашей особой гордости – это только две фирмы. И больше-то их в то время-то и не было. И сейчас они единственные серьезно с корнями вросшие в родную землю. И плоды этого автомобилепроизводства от фирмы «Кристина Авто» в виде громадного автокомплекса вашему вниманию представлены на пересечении улицы Полевой и Объездной Челябинской трассы. Ускоряющий выезд из города с космической скоростью и соответствующее названное «Шоссе космонавтов». В действительности вот так надо продавать автомобили в чистом, просторном, светлом помещении. Здесь сейчас живет Рено. Торжественное открытие этого нового центра – знаковое событие. Это открытие европейского, да и общемирового стандарта. И никакой мультибрендовости. Одно здание – одна марка. И этот центр, он один и единственный по таким немаловажным показателям. Ça fait déjà 8 ans qu'ils vendent des automobiles Renault. Уже 8 лет господин Никифоров продает автомобили Renault. Et on voit que la concession qu'on ouvre aujourd'hui est parfaitement aux standards internationaux. Et тот дилерский центр, который мы сегодня открываем, соответствует всем возможным международным правилам. Ah, et donc c'est ça qui pour nous est très important, c'est d'offrir le même service à Magnitogorsk qu'à Moscou, qu'à Paris ou qu'à Buenos Aires. Для нас это, наверное, для нас это очень важно, чтобы Магнитогорск, наши клиенты получили тот же уровень сервиса, что и в Москве, что в Париже или в Буэнос-Айресе. Et donc ici on a des vendeurs formés, on a des techniciens formés, on a des réparateurs formés, et je suis certain que le service sera de très très bonne qualité. Здесь как бы помимо стен, да, еще во что необходимо было вложиться, и когда Никифоров вложился, то здесь все чтение есть обученные продавцы, обученные механики, обученные технические специалисты, и именно это необходимо, и именно это позволит предоставить нашим клиентам самый лучший сервис. Это интервью мы записывали на фоне настоящего магнитогорского праздника во французском стиле. И здесь собрались и поклонники Рено, клиенты и друзья, совместно радующиеся за успехи фирмы «Кристина Авто». Здесь на празднике исполнения желаний нам было тепло и уютно, потому что радость открытия того, к чему так давно стремились, наливалась щедро и не менее щедро раздавалась всем присутствующим. А те, кто ездит на автомобилях этой марки, тепло и внимание серебряного ромба ощущают постоянно. А как иначе? Высококачественный и сверхнадежный и бюджетный автомобиль, будь это Логан, Клио, Кангу, Меган, Сценик, Лагуна или Вельсатис, это не частые гости в сервисах, не проблемные автомобили. Потому как команда менеджеров, выпускающих чемпионские формулы болиды под маркой Renault, делать другие просто не может. Россия вступает в интересную битву. Битву за народный автомобиль. Первый выстрел Renault сделала. Это Логан. Какой следующий? А, oui, la réponse est oui. Renault est rentré en Russie avec une voiture populaire, la Logan. Да, действительно, Россия вышла на российский рынок с народным автомобилем Logan. C'était le choix le plus intelligent et Renault ne le regrette pas du tout parce qu'il tombait au bon moment. Это был очень правильный выбор, и как бы мы об этом не жалеем ни минуты, потому что мы начали в нужное время. Et c'est un grand succès qui nous a ouvert les portes de tout le pays. On parlait tout à l'heure de Vladivostok à Kaliningrad. На самом деле, это тот успех, который нам открыл двери всей страны. Как вы сами заметили, у нас дилеры сейчас от Калининграда до Владивостока. Alors le marché russe est immense et il va pas arrêter de grandir. Российский рынок огромен, и он продолжает расти и пока не собирается останавливаться. Renault est un constructeur généraliste qui propose des voitures dans toutes les gammes. Renault является производителем общего профиля, который предлагает автомобили практически во всех сегментах рынка. А donc notre stratégie est aussi de nous développer dans les autres segments. Соответственно, наша стратегия это развиваться во всех сегментах рынка. Alors maintenant, pour dire sur la question de monsieur, il est public, il est notoire que nous sommes en train de doubler la capacité de l'usine de Moscou. Теперь, возвращаясь к нашему вопросу, уже всем известно, что мы наращиваем, удваиваем, если быть точнее, производственные мощности в Москве. Et que donc fin 2009, и в конце 2009 года, on aura une capacité de production doublée à Moscou. У нас будет в два раза больше производства в Москве. Et on y lancera un nouveau modèle. И в том числе на это там будет производиться новая модель. Mais comme il n'y a qu'un seul scoop par jour, le scoop d'aujourd'hui, c'est l'ouverture du garage. Но в связи с тем, что как бы всего полагается одна сенсация в день, да, как бы, поэтому модели мы сегодня будем называть. Сегодняшняя сенсация – это открытие дилерского центра.
и вдохнув праздничной атмосферы и порадовавшись, давайте поразмышляем. С могучим французским концерном нельзя не считаться. Это серьезные, надежные легковые автомобили и тягачи. И реальные амбиции победителя. Все то же самое. Только в Магнитогорске у фирмы Кристина Авто и тому подтверждение, и центр продаж, и сервисная зона. Это комплекс услуг по кредитованию, техническому и сервисному обслуживанию, расставаться с которым неохота еще и по той причине, что здесь любят клиента, как до того, так и после покупки авто. И если вы пришли за следующим Рено, уже почувствовав, вкусив аромат Франции, вас ждет индивидуальный прием и очередной грамотно подготовленный продукт французского автопрома.